Доброе утро, страна спортивная! Мы просим у тебя прощения в это прощенное воскресенье 26 февраля. Сегодня последний день масленицы и народных гуляний перед строгим постом. Со всей строгостью мы отнеслись и к заполнению эфирного времени. В нашей программе вы увидите самые отборные репортажи о спортивных событиях. А начнем с волейбола. Сегодня вечером волейболисты «Зенита» отправятся в Германию уже в такой знакомый Фридрихсхафен. Сначала с одноименным клубом волейбольная «Фортуна» свела казанцев на групповом этапе Лиги чемпионов, затем в раунде шести. 28 февраля состоится ответная встреча соперников, а на неделе немцы гостили в столице Татарстана. Прием «Зенитовцы» оказали нерадушный, подробности у Лейлы Минулиной. Не успели волейболисты «Зенита» отойти от обидного поражения в Германии, как месяц спустя судьба свела их снова с Фридрихсхафеном. В арсенале Владимира Алекна существовала схема, как обыграть немцев. Но в небольшом немецком городке отлаженная система дала сбой. Стелиан Макулеску показал, и у него есть пару приемов против преимущества россиян. Болельщики «Зенита» верили, что в этот раз удача от их кумиров не отвернется. Соперник, надо сказать, легкий попался. Но я уверен в своей команде, они обязательно выиграют. Перезденет. Мы очень болеем за нашу команду и надеемся, что она победит. Перед этим матчем у волейболистов «Зенита» было весомое преимущество – целых 10 дней на подготовку. Пока Фридрихсхафен проводил матчи Бундеслиги, казанцы спокойно отрабатывали фирменные подачи. Как позже рассказал старший тренер нашей команды Александр Серебренников, это стало одним из решающих факторов встречи. Мы были свежее, немножко отдохнули. Во-вторых, очень много на подаче ошибались немцы. Естественно, разница между нашими спортзалами очень большая. Так же, как и нам, будет сложнее у них дома подавать. Фридрихсхафен приехал в столицу Татарстана без своего лидера, диагонального Оливера Вино. Его позицию на площадке занял Маркус Боме, который выступал в этом амплуа всего во второй раз. Хозяева с первых минут матча вышли вперед, но гости не давали ему идти далеко в отрыв. При счете 9-8 Владимир Алекна поменял либера. Вместо Алексея Бумачаева на площадку вышел Владислав Бабичев. Пару удачных атак зенитовцев, и преимущество стало более весомым. Тайм-ауты, взятые наставником немецкой команды, не помогли. На первый перерыв команды отправились при счете 25-17. Соперник был сегодня лучше, но и мы играли хорошо. Выиграть нам помешали наши ошибки. Решающая встреча будет в Германии. Во втором сете хозяева снова лидировали, однако в концовке периода допустили несколько ошибок и позволили сопернику подобраться совсем близко – 21-19. Но «Зенит» – крепкий орешек, так просто его не сломать. 25-21 у Фридрихсхафена оставался лишь один сет, чтобы постараться изменить ход игры. Они играют, как обычно, свой волейбол, хорошо играют в защите, хорошо принимают, поэтому от этого возникают некоторые сложности, но в Германии будет сложнее. В третьей партии напряженность все больше возрастала. Главному арбитру матча даже пришлось достать желтые карточки. Их за излишнюю эмоциональность он предъявил Валерию Вермилью и Николе Розику. Фридрихсхафен так просто сдаваться не собирался. В середине партии им удалось не просто сравнять счет, но даже выйти вперед. Лидерство гостей продлилось недолго. За излишнюю инициативу немцы были наказаны. Очередное противостояние этих команд завершилось победой «Зенита». Я думаю, этот сет – это не показатель. Борьба сегодня была хорошая, особенно во втором-третьем сете. Поэтому настраивались на серьезную игру. Она, в принципе, практически такое и получилось. Поэтому соперник сильный. Решающая игра состоится в Германии. По словам наших волейболистов, важную роль в этой встрече будет играть не физическая подготовка, а эмоциональная устойчивость. О сумасшедшей поддержке болельщиков на немецкой арене казанцы знают не понаслышке. Казанские «Динамовки» накануне вечером на тайбрейке уступили «Протону». Поражение не сказалось на турнирной расстановке. Чемпионки России по-прежнему возглавляют табель о рангах. Неплохо складываются дела у команды и на международной арене. На неделе гаммовые компании не оставили ни единого шанса действующему обладателю Кубка Челлендж Азерейлу из Азербайджана. И что для гостей вдвойне печальней, проиграли они в свой профессиональный праздник. Этот макияж – добрые приметы перед каждым матчем. В дебютном розыгрыше Лиги чемпионов «Динамовки» не потерпели ни одного поражения. Радужная атмосфера царила и на гостевой трибуне. Встреча совпала с профессиональным праздником главного спонсора «Азерейла» – Днем работника железных дорог Азербайджана. Сегодня такой хороший праздник. Я думаю, что нашим спонсорам игра понравилась. Игра была интересная, наверное. Ну, понятно, что хочется выиграть, обрадовать, но сегодня не получилось. Я думаю, праздник еще будет продолжаться до 28 числа.
28 числа посмотрим, как будет. Дорога в Баку лежит через Баку. Для «Динамовок» нынешний розыгрыш Лиги чемпионов обратился в географический парадокс. Первый поворот по дороге в финал четырех казанским «Автоледи» не покорился. 4-8. На втором пит-стопе девушки ненамного сократили дистанцию 13-16 и нащупали слабые места в обороне соперниц. Антропометрически гости из Баку ниже ростом и уступали на блоке. Так что весь стартовый отрезок «Динамовки» боролись со своей неточностью и уступили 22-25. Финал четырех будет проводиться в Баку. И было бы неблагородным делом, чтобы мы не участвовали в этом финале. Поэтому добро пожаловать в Баку. Но кто это будет? Наверное, мы будем это обязательно. А кто к нам приедет, это посмотрим. Действительно, обладатель Кубка Челлендж не хотел оставаться в этом году без титула. Тем более, когда в финальном этапе можно рассчитывать и на фору, и на поддержку трибун. Все это стали понимать и казанские зрители, не привыкшие к поражению. А к этому и шло 4-6, но обошлось 8-6 к техническому. Раз, два, три, Гамова. Это то ли призыв, то ли кричалка стало девизом второй партии. Несколько результативных баллов предопределили не только поворотный момент 16-9, но и исход отрезка 25-23 равенство. Мы знали, что матч будет действительно тяжелым. Никто не ждал легкой игры, потому что там собраны действительно очень хорошие, высококлассные игроки. И мы готовились к этой игре и, в принципе, ну, нового они ничего не изобрели. Все, что мы разбирали, так и было. Эту точку можно считать отправной. В третьем сете хозяйки не оставили ни единого шанса, а Зерейлу 8-1 на старте. Слабым темпом железнодорожницы добирались и до второй остановки 16-11, снискав понимание упавшего в тот вечер Фридрихсхафена. К чести, оппонентки не опустили рук до конца, пытаясь выправить трудную ситуацию. Безнадежно 25-22. Соавторский сценарий всегда готовит зрителю массу неожиданных поворотов. В четвертом сете «Динамовки» стали упускать нити игры и, как следствие, уступать в счете 8-12. Гелизудинов освежил игру заменами, а Гараев сбавлял темп тайм-аутами. В противостоянии тренерской мысли последнее слово осталось за нашим специалистом. Видно, что характер игры соперника носил такой шквальный, опять повторю, характер. Значит, нужно было просто переждать, нужно было дождаться, когда соперник немножко чуть-чуть подуспокоится и делать спокойно свое дело. В принципе, то, что нам и удалось. Значит, те ставки, те тактические задачи, которые мы сегодня обозначили перед игрой, они сыграли здорово и дали результат. Екатерина Гамова не в первый раз в одиночку вытащила сложную партию. Несколько гроссмейстерских ходов поставили в тупик волейболиста Казарейла. 25-22 после ее результативного блока конечным пунктом на пути к титулу станет Баку. Столицу Азербайджана наша команда посетит раньше, чем другие участники финала четырех Лиги чемпионов. Рубин, напротив, завершил выступление в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. После поражения в Лужниках от ответной встречи болельщики были вправе ожидать напряженной борьбы и стремления взять реванш. Однако излишняя осторожность в атаке и редкие выходы из глухой защиты – вот все, чем запомнился российский клуб. Первого гола в 2012-м поклонники не дождались. Пока одни болельщики смотрели игру в Афинах, другие устроили настоящий футбольный праздник. Казанские студенты провели свой чемпионат мира. Собралось ни много ни мало 16 сборных. Подробности в сюжете. Они не собирают полные трибуны на Сан-Сиро и не раздают автографы многочисленным поклонникам. С мировыми звездами футбола их объединяет одно – самая преданная любовь к этому виду спорта. На этом чемпионате мира не нужно владеть сложными финтами и не требуется отменное знание тактических схем. Навыки игры на любительском уровне – и вот уже открыты двери мирового первенства. Конечно, ни в одной статистике FIFA этот турнир фигурировать не будет. Мировой, потому что собрались участники со всего мира. И все они казанские студенты. Футбол настолько демократичный, настолько широко распространенная игра, что, к счастью, все сборные, которые даже у нас с избытком было, но они уже не успели подать заявки, все ребята, которые учатся, нашли среди своих, так сказать, граждан, своих стран, те, которые достойно представляют честь своего флага, своей страны. В отличие от официального, этот мундиаль проходит всего один день. Отсюда некоторые коррективы в правилах. Играть начали сразу на выбывание. Соперников определила жеребьевка. Учли организаторы и физическую подготовленность команд. Матчи проходили в упрощенном режиме. Два тайма по 15 минут. В остальном все как в большом футболе. Вот серия пенальти во встрече сборных России и Нигерии. На кону путевка в финал. Удачливее оказались россияне. С африканцами очень тяжело играть. Они бегают больше, чем мы. Выносливости не хватало.
Но мы рады, что вышли. Ну, матч был дружественный, товарищеский. То есть вообще классно, то, что провели такой турнир, конечно. Международный, классно поиграть со всеми народами. Никто жестко не играет. Команды Анголы, Судана, Индии, России и многих других стран. Разные футбольные традиции и кумиры. Различный подход к тренировкам и к манере игры. Этот турнир – отличная возможность посмотреть, а как у них. Но негласное правило взаимоуважения действует везде. Нет ничего такого, как жесткий футбол или легкий футбол. Что у нас есть – это красивая игра. Но так, чтобы играть, футбол должно быть так красиво. До мировых звезд эти ребята еще не доросли, но без преданных болельщиков никто не остался. На Бровке невозможно было не заметить девчонок в ярких костюмах группы поддержки. Задорными кричалками они вселяли дополнительную уверенность ребятам. Для этого мы выступаем, для зрителей, для нашей команды, для болельщиков, чтобы, так сказать, задать им такой боевой дух, настроить их на соревнования. Ну, как бы разрядить обстановку, зарядить всех позитивом, энергией, драйвом. Чтобы быть чирлидером, надо быть не только зажигать публику, но еще и стараться, чтобы все у тебя получалось на высшем уровне. Четкость и, не знаю, заряд какой-то пришел. В финальном поединке сошлись сборные Азербайджана и России. Сил на решающий штурм у россиян не хватило. Они потерпели поражение 1-7. Азербайджанцы увезли с собой Кубок мира. Зрелищные прыжки и трюки на берегу Казанки. Сноубордисты и горнолыжники покоряли высоту. Фристайл показывали около 30 участников из Казани, Набережных Челнов, Зеленодольска и даже Ижевска. Замиранием сердца следила за переворотами в воздухе публика. Волнение и ликование зрителей сопровождались заводной музыкой и шутками ведущего. Повезло собравшимся и с погодой. Репортаж Екатерины Кудиновой. О том, кто лучше, лыжник или сноубордист, здесь не спорят. Вид катания убирает каждый себе по душе. Главное, та порция адреналина, которую получает каждый, взмывая в небо. Несмотря на то, что получается у ребят не сразу, каждый прыжок прибавляет опыта. Последний раз Big Air проводился в Казани еще в 2007-м. С тех пор, хотя тренироваться казанским ребятам было негде, уровень выступлений значительно вырос. Уровень достаточно прогрессирует и серьезно, только вот мне на самом деле непонятно, как ребята, на чем они прогрессируют. Я просто реально в шоке сейчас пока. Сложность этих соревнований – сооружение трамплина. Чтобы все было на уровне, нужны большое количество снега и специальная техника. А пока инициаторы все делают своими руками. Трамплин мы готовили чисто сами, вручную, лопатами. Поэтому уровень средний, но хороший. Всего участников около 30, только одна представительница слабого пола. Алсу Закирова прыгает на таком трамплине только второй раз. Среди ребят смущения не чувствует, говорит девушка. У меня главная цель – это, наверное, перебороть себя, потому что когда вот там наверху стоишь, очень страшно. А когда уже ты приземляешься, наоборот, такое ощущение прямо. Для этого, наверное, стоит подниматься туда. Поддержали катание и велосипедисты, и байкеры, и даже маленькие дети, которым сноуборд заменили ледянки. Сегодня любители хоккея узнают все пары участников плей-офф континентальной лиги. В КХЛ будет сыгран последний тур регулярного чемпионата. Хоккеисты Акбарса гостят в Ханты-Мансийске. В 3 часа дня двукратные скрестят клюшки с Югрой. В это же время в Магнитогорске сойдутся Металлурги и Салават Юлаев. От результатов этих поединков и будет зависеть расписание игр на выбывание. Именно наши соседи из Башкортостана пока что видятся первым кандидатом в соперники стартового раунда. Избежать теплой встречи Акбар смог бы, например, победив в Омске. В день российской армии татарстанские болельщики надеялись на продолжение праздника. Репетиция плей-офф. Именно так можно охарактеризовать встречи между Акбарсом и Авангардом. В случае победы в домашнем матче амичи могли претендовать на преимущество своего льда на старте игр на выбывание. Казанцы же так просто смещаться на 5-ю строчку не планировали. Дополнительные силы придавала фееричная победа над нижегородским «Торпедо». Ястребы ожидаемо вели себя по-хозяйски, контролируя ход игры. Уже с первых минут могли отличиться Курьянов и Червенко. Но своим шансом они не воспользовались, за что были наказаны. Денисом Зариповым, который изящным броском открыл счет в этом противостоянии.
Казалось бы, радуйся и будь внимательным в обороне. Но гости начали создавать проблемы сами себе, зарабатывая необязательные штрафы. «Авангард» продолжал прощать, не реализуя большинство. Во втором периоде «Барсы» удвоили результат. Константин Корнеев отправил шайбу в дальнюю девятку. Хозяева усилили натиск, и их старания были вознаграждены. Червенко отправил Попову на рандеву с голкипером гостей 2-1, а позже Сергей Калинин порадовал болельщиков «Авангарда» эффектным броском 2-2. В третьем периоде обе команды были предельно внимательны в обороне, применяя осторожные вылазки на территорию соперника. На 8-й минуте бросок Нестерова Касутин отбил перед собой, шайба срикошетила от Корнеева прямо в ворота. Плачевную для «Акбарса» ситуацию исправил Евгений Скачков. На 54-й минуте он сравнял цифры на табло. Зрители уже начали готовиться к овертайму, но хоккеисты «Авангарда» продлевать игру не собирались. Волков был расторопнее всех у ворот казанцев и вывел свою команду вперед. Отыграться гости не смогли. Возможно, шанс взять реванш представится в плей-офф. Плей-оффные времена скоро настанут и в русском хоккее. К играм на выбывание чемпион страны подходит с полным лазаретом. В Первоуральск команда «Янко» отправилась с одним номинальным защитником основного состава. Но именно Павлу Францу, а речь о нем, было суждено стать одним из главных героев встречи. Ветеран русского хоккея успел не только цементировать оборону, но и помогать форвардам. Чего хотя бы стоят 4 голевые передачи. Впрочем, увидите сами. На матч в Первоуральске Владимир Янко выставил сверхатакующий состав. Это не прихоть чемпионов России, а кадровый дефицит. В экстренном порядке Жданов, Погребной и остальная команда осваивали оборонительные функции. В дебюте новоявленные оборонцы даже и не помышляли об атаке, зато первые же вылазки к чужим владениям завершались взятием. С промежутками в 2 минуты Пахомов, Шабуров и Черных вписали фамилии в протокол. У нас действительно так. У нас Бергл, у нас Паша Франц, а все остальные нападающие. И поэтому, вот я не знаю, удивительно, но как-то вот что-то начинает, более-менее что-то получается. Ну, наверное, потому что, я думаю, что все-таки авторитет ребят, вот и команда сама, наверное, все-таки давлели на ваших мальчишек. Я думаю, что из-за этого они были такие немного скованные. Единственный защитник казанцев Франц также успевал помогать форвардам. В первой половине ветеран ассистировал Бушуеву и Обухову. Последний сотворил дубль еще до ухода в раздевалку. Гол Степченкова лишь подсластил горькую пилюлю хозяевам 6-1. В том состоянии, в котором сегодня была Казань, я думаю, можно решать самые серьезные задачи. Я имею в виду выиграть. Я пока не видел команды более мобильной. Но если можно сегодня, конечно, может на фоне нашей команды, но я говорю, которые были команды по движению, сегодня Казань показал очень высокий уровень. Во второй половине самая результативная команда чемпионата продолжила голевое пиршество. Подал пример капитан Обухов, подхватил инициативу Лаканин. Финский снайпер без пробок подвез мяч в ворота, проезжая мимо Марковкина. К 77-й счет стал двузначным, и половина успеха принадлежала одному человеку. Два последних мяча Обухов сотворил под копирку. По схожему сценарию уральский «Трубник» пропустил еще 2 атаки. Розыгрыши стандартов обернулись успехами для Радюшина и Лаканина. И только самые преданные болельщики хозяев дождались окончательного счета. На исходе матча Воронковский установил 12-2. Перед игрой в Новосибирске чемпионы России потеряли даже теоретические шансы сместить с третьей строчки московских одноклубников. Поэтому Владимир Янко дал возможность отдохнуть своим возрастным лидерам, доверив место в составе резервистам и даже администратору команды. Сам наставник на матче не присутствовал, а руководил процессом старший тренер Андрей Стук. Игра с «Ипсельмашем» – отличная возможность опробовать резервных вратарей. И в Новосибирске, и в Казани на последнем рубеже действуют динамовские стражи. Арендованный Темников порадовал бывших партнеров в дебюте этого матча, когда Бушуев отважился на дальний удар. За смелость полузащитник был вознагражден уже на 7-й минуте. Достойно ответить хозяева смогли только на исходе получаса. Маврин расторопнее всех сыграл при розыгрыше углового. Равенство сохранилось до конца первого тайма. «Динамо Казань» не смогла уже добавлять на протяжении всего матча. У нас все-таки замен было больше, мы немножко в движении смогли добавить. Стали немножко действовать агрессивнее все-таки в пределах штрафной площадки, в зоне нападения. Разговор в раздевалке всегда скрыт от постороннего глаза, и установка Сергея Фирсова так и останется тайной. Но наставник нашел нужные слова, и сразу после перерыва его подопечные повели в счете. Шевцов продрался сквозь чистокол защитников и поймал на встречном курсе Половникова.
Зато в следующем голевом эпизоде голкипер выручил свою команду, отбив 12-метровый после удара Герасимова. За осечку партнера исправился Вшивков, мастерски реализовав свободный удар и наказав гостей за отсутствие дисциплины. Резервный состав не всегда успевал реагировать на выпады Сипсельмаша. В игре не участвовали порядка 7 человек основного состава. Мы решили оставить их дома. Это связано с тем, что мы уже, в принципе, свою задачу выполнили, вошли в четверку. И там уже по всем раскладам нам мало шансов было куда выше уже подняться. И уже так и решали такие тактические задачи. Решили дать отдохнуть этим ребятам. Это связано прежде всего с тем, что многие из них участвовали в чемпионате мира. Слаутин один из тех, кто играл и на чемпионате мира, и в Новосибирске. С мундиаля Денис привез бронзу, Сипсельмашу забил второй мяч. Защитники не уследили за ветераном в непосредственной близости ворот. Так было и в эпизоде с четвертым голом. Войтовича окружало несколько опекунов, но это не стало преградой для девятки Сипсельмаша. Окончательно похоронил надежды чемпионов Миронов. На исходе матча спортсмен сотворил мини-шедевр, сходу переправив снаряд в дальнюю девятку. 5-2. Еще одно «Динамо» из Казани сейчас тоже не в оптимальном составе. Сразу 8 игроков, чемпионов России по хоккею на траве, приглашены в национальные сборные. Половина спортсменов выступает под нашим триколором. В этом квартете Закиров, Николаев, Майоров и Гафаров. Волейбольные, футбольные мячи, маленькие клюшки и даже теннисные ракетки. Неискушенный зритель не сразу догадается, что здесь тренируются чемпионы России по летнему хоккею. С переходом на осень-весна команде пришлось отказаться от привычных упражнений на траве. В небольшом зале загородной базы динамовцы постигают азы гандбола. Сколько получается у нас перерыв зимний? Ну, 6 месяцев, да, грубо говоря. Очень тяжело в таких условиях готовиться. Потом трудно привыкать к тем же самым расстояниям на большом поле. Для Щипачева, а также Корнилова есть и еще один повод для переживаний. Многократных чемпионов в последний момент отцепили от сборной России. Без объяснения причин. У нынешнего тренера сборной, я не знаю, какой-то зуб, что ли, у меня, то, что там никак я не могу пробиться туда. Вроде все сборы в том году тоже прошел, но так и не получается. Все он оставляет. Не чемпионат всяких. Сборы прохожу, а там не играю. Впрочем, в скором времени ситуация может поменяться. В федерации задумались о смене тренера. Первым кандидатом на эту роль стал 8-кратный триумфатор внутреннего первенства Араик Маргарян. Окончательное решение стороны примут в апреле. Поступило вот так, в частном случае. Вы помните, с 2005 года я дал себе слово, что я никогда больше в сборную России не пойду, хотя мечта любого тренера возглавлять. Но меня со здравым смыслом можно спокойно убедить, там каких-то усилий не надо. Пока же Маргаряну самому приходится убеждать федерацию. Постулат «Сильный чемпионат, сильная сборная» действует во всех видах спорта. В отечественном первенстве выступают всего 4 команды. В будущем сезоне их количество увеличится вдвое. Я предлагал, кроме этих 8 команд в виде Азова и Украины, еще там есть Минск, хочет играть с нами. Можно еще и соединить высшую лигу, там использовать смешанную систему, сделать более контрастной. Это будет как катализатором развития, стремления побеждать и не только суперлиги, но и высшей лиги. Пока же в сфере интересов 8-кратных титулы на европейской арене. На полке клубного музея только один кубок из Старого Света. С тех пор прошло 5 лет, воспиталась целая плеяда молодых и талантливых спортсменов. В этом плане мы добились того, что игрок понял, что он поверил в свои собственные силы. Я чувствую их отношение на тренировочном процессе совсем другое. Я даже так могу сказать, если у меня в течение 3 лет не получится более удачный такой подход к европейским игрокам, я буду обвинять только себя. Евролига возобновится только в середине апреля, но курс на континент наши хоккеисты возьмут уже в следующем месяце. Последний сбор перед возобновлением чемпионата динамовцы планируют провести на зеленых полях Германии. Это все, о чем мы успели рассказать в сегодняшнем выпуске. В прямом эфире мы встретимся ровно через неделю. А нашу съемочную группу внимательный зритель всегда может заметить на крупных спортивных событиях и площадках. Не верите? Проверьте. Например, сегодня в баскет-холле в час дня на матче «Уникса» и «Химок». Всеволод Воркин, «Страна спортивная», Татарстан. Гармедин Нео быстро устраняет боль и воспаление в горле, облегчает глотание и снимает осиплость голоса. Гармедин Нео лечит больное горло по-новому.
Сегодня в Татарстане облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой умеренный снег. Местами метель. Ветер юго-восточный, порывистый, сильный. Температура в Казани 5-7, по республике 4-9 градусов мороза. На дорогах гололедица. Магнитное поле Земли преимущественно спокойное. Неблагоприятные погодные факторы, пониженный фон атмосферного давления 745 миллиметров ртутного столба и высокая влажность воздуха 85-90%. Моя знакомая перестала ходить ко мне на спектакли. Ей стало невыносимо сидеть. Я посоветовал обратиться к врачам Medical Long Group, потому что знаю, им можно доверять. Лечение геморроя без боли и операции. 293-03-03. Здравствуйте, в эфире «Россия 2. Вести спорт», в студии Наталья Кларк. И о последних спортивных событиях к этому часу начнем с главных тем нашего выпуска. Хук слева, справа, апперкот, нокаут, конечно, не как в песне, но этого хука Поветкин обыграл. Мушкетеры хоккейной площадки встречаются через 40 лет и снова наготове клюшки. Гребняк остался в Англии один, но не унывает, забивает победные голы. В Германии завершился бой за звание регулярного чемпиона по версии WBA, в котором обладатель титула Александр Поветкин встречался с претендентом Марком Хуком. Россиянин победил по очкам. Подробности у нашего специального корреспондента Дмитрия Лукашова. Поклонники бокса тянулись к Порш-арене уже за несколько часов до главного боя вечера. Причем среди них был и тот, кому уже впору давать эпитет «Великий и ужасный». Тот, кто неделю назад был на первых полосах газет и в анонсах всех мировых новостей. Вообще, очень много известных людей здесь в Штутгарте, но, конечно, главным VIP-гостем стал Дерек Чесура, который неделю назад в Мюнхене стал одним из героев той самой пресс-конференции. Дерек, мы из Russian TV, и я хочу спросить вас о шансах Александра Поветкина, и что вы думаете о нем? Он будет выиграть, он будет нокаутировать. Да, я кое-что знаю о Поветкине, но сначала хочу спеть для вас свою любимую песню о Москве. Moscow never sleeps. I like that song. Yeah, Поветкин будет выиграть. Это будет интересно. Бой. Поветкин очень крупный боксер. Он обязан победить своего соперника. Я думаю, поединок продлится недолго. Ну уж не больше 9 раундов. Прогноз Чесуры совсем не оправдался. Бой для Поветкина однозначно получился самым сложным в его карьере. Первые 3 раунда он контролировал ход поединка, но потом все пошло как на качелях. Удары Александра внешне смотрелись мощнее, чем у Хука, но тот своими взрывными атаками постоянно угрожал действующему чемпиону. Поветкин, уходя в оборону, постоянно опускал корпус куда-то вниз, а Хук, не стесняясь, постоянно бил по затылку. В эту часть головы пришлось едва ли не большинство его ударов. Бой непростой был, тяжелый, я считаю, немножко я, может быть, хотел на клубе. Ну да, может быть, недооценил, можно так сказать. Но считаю, что бой выиграл. Марко Хук сильный, грязно боксировал, правда. Считаю, что выиграл бой. После экватора боя клинч стал самым обыденным делом. Судье иногда приходилось вмешиваться в ход поединка каждые 5 секунд. Открытый бокс шел с обеих сторон. А тем, кто скажет, что рефери в итоге приняли несправедливое решение, стоит напомнить, как арбитры отдали победу тому же Хуку в бое с Лебедевым. Да и при таком равном боксе недовольные вердиктом останутся всегда. Поветкин в итоге побеждает решением сразу 2 судей. 116-112 и 116-113. И только один арбитр посчитал поединок ничейным. Впервые действительно были наши фанаты. Ну, бой очень интересен с точки зрения анализа и опыта. Что же было не так? Безусловно, мы вместе стоять не будем. Есть коррективы, которые требуется внести в тренировочный процесс. Потому что Саша выглядел примерно в середине боя очень сильно уставшим.
Трибуны в Штутгарте долго негодовали, но то был скорее эмоциональный порыв. Поветкин отстоял свой титул, тем самым фактически выбив из тяжелого веса Хука. Но стоит ли говорить о конце взаимоотношений? Как только страсти улеглись, а здесь на Порше-арене начали наводить порядок, составлять стулья, в воздухе буквально висело одно и то же слово, которое раз 15 повторил Хук и представители его команды. Реванш. Но пока известно о том, что следующий бой Поветкина состоится в мае, вероятнее всего здесь же, в Германии, против Хасима Рахмана. А вот уже потом можно говорить и о новой встрече с Хуком. Дмитрий Лукашев, Дмитрий Болотников, Вести Спорт, Штутгарт, Германия. Другим новостям. Виктор Минибаев занял второе место на этапе Кубка мира по прыжкам в воду в Олимпийском аквапарке в Лондоне. По итогам 6 финальных попыток в прыжках с вышки Минибаев уступил только китайцу Цибо. В результате россиянин выиграл лицензию на Олимпийские игры, где наверняка постарается улучшить свой результат. Ведь именно в этом виде программы у прыгунов из Поднебесной 4 года назад в Пекине образовался пробел. Они выиграли золото везде, кроме мужской вышки. У Минибаева еще 5 месяцев, чтобы отточить все элементы. Еще один россиянин Глеб Гальперин стал 12-м на соревнованиях. Это был самый посещаемый матч ветеранов в истории нашего хоккея. За час до игры людей было столько, словно на Ходынке играла современная сборная России. Празднование 40-летия суперсерии 72 года прошло в дружеской атмосфере. Но традиционной ничьей на льду не состоялось. Сборная СССР обыграла сборную звезд мира. С места событий Дмитрий Ганичев. СССР, Канада. 40 лет спустя этот проверенный временем величайший бренд в истории мирового хоккея не то что не утратил своей популярности, а напротив, только приумножил ее. Дети, вот сын, собственно, занимается хоккеем. Это те люди, на которых воспитывались мы. То есть это та сборная, на которой воспитывались мы, как хоккеисты. Соответственно, стараемся привить максимально им любовь к этому виду спорта. Еще даже помню, отец меня вводил на такие вот хоккейные матчи. То есть для меня это прежде всего воспоминания. Прежде всего это противостояние, повторяю, также двух сильных команд. Это просто матч легенд. Это удивительно, что попасть на такой матч. Очень рад на самом деле. Торжественная церемония открытия матча, посвященного юбилею суперсерии, по своей красочности и помпезности даже превзошла аналогичное мероприятие в Монреальском форуме, предшествующее эпическим событиям 40-летней давности. От одного только перечисления фамилий участников выставочной встречи в Мегаспорте у болельщиков со стажем пробегали мурашки по коже. Ребятам я всем сказал, что не расслабляйтесь, ребят, действительно будет хоккей без поддавков, а будет интересный хоккей. Я думаю, что сегодня все болельщики, мы хоккеисты, наверное, дело даже не в счете, а дело в том, что мы выходим вместе на площадку. Не так, как 40 лет тому назад, когда мы были врагами друг другу. Две страны, конкуренция была, где лучше, коммунизм или капитализм. То сегодня совершенно другое. Мы друзья, и мы хотим показать хороший хоккей, чтобы болельщики порадовались вместе с нами, потому что все мы в одной семье. Чего стоит хотя бы искреннее примирение злейших врагов прошлого. Фило Эспозито, на счету которого 13 очков в серии 72, и двукратного олимпийского чемпиона, супернападающего Бориса Михайлова. На этот раз их тандем руководил сборной звезд мира. После первого периода стало очевидно, что соперники прилетели в Москву не для того, чтобы сдаться на милость победителю. Но во второй 15-минутке наши хоккеисты наладили старые связи и отправили в ворота своих давних оппонентов целых 5 безответных шайб. Хет-триком отметился Павел Буре. Павел Буре! Причем первый успех он отпраздновал всего через 12 секунд после вот этого флеш-интервью. Даже когда я сижу на лавочке, то есть превращаюсь в зрителя, мне самому очень интересно это смотреть. Не так часто видишь столько легендарных людей в одном месте, тем более, чтобы они играли в хоккей. Поэтому я думаю, что зрителям тоже, наверное, это очень нравится. К радости переполненных трибун Мегаспорта дело, как часто водится в подобных случаях, на сей раз не завершилось ничьей. Максимум, что позволили сделать своим историческим оппонентам гостеприимные хозяева, это сократить разницу в счете до 2 шайб. 7-5 в пользу легендарной красной машины. Аплодисменты, переходящие в овации после финальной сирены, памятный обмен свитерами, улыбки и объятия прежде непримиримых соперников. Спустя 40 лет им больше нечего делить. Дмитрий Ганичев, Роман Федосов, Вести Спорт. Ну
Главный герой современного хоккея, лучший на данный момент бомбардир НХЛ Евгений Малкин, забросил сегодня 3 шайбы и принес Питтсбургу победу над Тампой 8-1. Теперь на счету российского форварда 77 очков в регулярном сезоне. Пока без медали остаются сборные России на чемпионате мира по бобслею и скелетону в Лейк-Плэсиде. Третьяков приехал в Америку в ранге действующего вице-чемпиона, но уже после первых 2 спусков он был только 17-м, а в итоге лишь 12 результат. До последнего за медаль боролся Сергей Чудинов, 6-й после первого дня соревнований. Он прибавлял понемножку, но этого не хватило, чтобы зайти на пьедестал. Он 4-й. А победу одержал блистательный Мартин Сдукурс из Латвии. 2-й год подряд в его активе золотой хэт-трик. Он выиграл Кубок мира, а также чемпионаты Европы и мира. И ему принадлежит уникальное достижение. 8 побед в 9 стартах сезона. Теперь остается уповать только на бобслеистов в четверках. Экипаж Александра Зубкова после 2 попыток занимает 4-ю позицию, уступая 15 сотых Мануэлю Махат из Германии, который идет 3-м. Лидирует хозяин чемпионата мира Стивен Холмкомс. На 2-й позиции еще один немец Максимилиан Арнт. Сегодня спортсменов ждут 2 заключительные попытки. Не будем забывать, что в свое время эту трассу называли русскими горками, ведь здесь наши всегда добивались положительных результатов. Самой снежной и морозной страной в мире считается Россия. Но вот на снегоходах иностранцы гоняют быстрее нас. В Семигорье на чемпионате мира все внимание было к приезжим спортсменам. Обещанная организаторами встречи чемпионов мира 2 последних лет на российской трассе не получилось. Именно на борьбу сильнейших триумфатора первенства планеты 2010 года американца Такера Хиберта и действующего чемпиона шведа Эмили Охмана хотелось полюбоваться зрителям и болельщикам. Каждый из них претендовал на титул «Снежного короля 2012». Эмили Охман неожиданно не вышел на старт по причине недомогания. Врачи диагностировали пищевое отравление. Впрочем, конкуренцию в первом же заезде Хиберту составил коллега Охмана по команде Питер Нарса. Американцы поджидали технические проблемы, и он финишировал лишь 2-м после Нарса. Причем такое уже было в прошлом году на чемпионате мира. Из-за поломки машины Хиберт не смог стать чемпионом. На первом заезде у меня вдруг выдернул провод, и я не смог прийти первым. Американский спортсмен уехал с трассы расстроенным и ни с кем не общался. Хотя с амбициозным гонщиком хотелось поговорить многим. Хиберт – первый американский спортсмен, добившийся признания на мировом уровне в сноукроссе. Он сильнейший, лучший. По сути, очень сложную трассу, которую построили для чемпионата, удалось освоить на скорости только ему. 12 трамплинов с крутыми поворотами позволяли взлететь гонщикам на высоту до 12 метров. А снег для него свозили со всей округи. В этом году у нас зима не такая снежная. С января месяца мы снег, можно сказать, возили со всей территории ближайшей. Сколько? Сколько? Много, очень много и долго. Трасса очень получилась у нас золотая. Зато зрелищный 2-й заезд особенно. Хиберт возглавил гонку практически сразу после ее начала и финишировал уже в очень хорошем настроении. Причем зрители как могли поддерживали фаворита соревнований. Все ждали 3-го решающего старта. Машины не подвели гонщиков, более всего сказалось волнение. Особенно на наших спортсменов, которые впервые вошли в 20-ку сильнейших на чемпионате мира. И хотя до пьедестала почета далеко, участие в финале для российских гонщиков это уже успех. А победителем после 3-х заездов, как обещал журналистам перед началом соревнований, стал Такер Хиберт, подтвердив звание сильнейшего. От усталости после награждения он не смог открыть бутылку шампанским. Помогали все, кто стоял рядом. В интервью американский спортсмен пообещал приехать на следующий год, ведь чемпионаты будут проходить в России еще 4 раза подряд. Ольга Аверьянова, Сергей Шиянов, Вести Спорт, Ивановская область. Сегодня завершится 26-й тур английской футбольной премьер-лиги. В лондонском дерби встретятся команды, цвета которых еще недавно защищали российские игроки «Арсенал» и «Тоттенхэм». Прямая трансляция начнется на нашем канале в 17:25 по Москве. Ну а пока Англию с успехом покоряет Павел Погребняк. Нападающий Фулхэма забивает во 2-м матче подряд. В гостевой встрече с Куинг Парк Рейнджерс уже на седьмой минуте Погребняк получил изумительный пас от Дембеля и оказался 1-1 с вратарем. Далее дело техники, эмоции захлестнули россиянина, он тут же попал в объятия болельщиков, за что получил желтую карточку. Как оказалось, гол этот стал единственным в матче. Ну а лидер чемпионата Манчестер Сити потери в матчах с аутсайдерами старается избегать. Вот и во встрече с Блэкберном команда Роберто Манчини включила предельные обороты с самого начала. К тому же пошла игра у лидера, в частности у Балотелли, который и забивал, и передачи отдавал на заглядение. Хотя главным ассистентом в этот вечер выступил левый защитник горожан Каларов. Именно с его фланговых передач забили Супер Марио и Джеко. В промежутке между этими голами уместился разящий удар Агуэро. 3-0. Отрыв Сити от Юнайтед, который сегодня играет в Норвиче,
увеличился до 5 очков. Также 3 безответных мяча забил Челси ворота Болтона. Адам Винге сделал дубль и помог Вестбромичу обыграть Сандерленд. В 2 последних встречах нигериец отличился 5 раз. В центральном матче 25-го тура итальянской серии А главные претенденты на Скудетто Милан и Ювентус сыграли в ничью 1-1. Милан по-прежнему опережает Юве на 1 очко, но а у туринцев игра в запасе. Далее блок региональной информации, а мы вернемся к главному событию дня. Победе Александра Поветкина над Марком Хуком. Удачи и до встречи. Здравствуйте, в эфире Вести Спорт Татарстан, в студии Всеволод Дворкин. Миланский лед стал счастливым для татарстанских фигуристок. С открытого Кубка Италии наша команда вернулась с серебряными наградами. В короткой программе для победы девушкам не хватило всего несколько баллов, зато в произвольные выступления казанских красавиц не оставило равнодушным ни зрителей, ни жюри. Кармен Сюита по-новому предстала для апеннинских ценителей спорта и искусства. Фавориты соревнований, оппонентки из Швеции не скрывали разочарования. Теперь наших землячек ждут в Скандинавии с реваншистскими настроениями. В апреле трек-рунер хозяйничает на чемпионате мира. В форме и взрослые, и дети в учебном центре служебно-боевой подготовки Татарстана завершился конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья». Его приурочили ко дню образования транспортной полиции. О том, как коллеги превратились в соперников, в сюжете Анны Газятовой. Семьи работников транспортной полиции соревновались друг с другом в свой профессиональный праздник. Решили участвовать с семьей, лишний раз отдохнуть с семьей, потому что когда на работе, ну, не получается каждый раз, вот повод появился. Диана, в отличие от отца, очень волновалась, однако держалась смело и была настроена только на первенство. Я считаю свою семью спортивной, потому что мы не раз принимаем участие в таких соревнованиях. Я жду только победы. Такие семейные соревнования проводятся в Татарстане 3-й год. Суть и правила неизменны. 3 года назад мы отмечали 90-летие на транспорте. И вот тогда эта идея возникла. Все-таки первое мероприятие, значит, было проведено, посвящено как раз 90-летию транспортной милиции тогда еще. Ну, с тех пор это стало традицией. После конкурса всем маленьким участникам вручили подарки. А последний сюрприз в виде полевой кухни ждал всех участников на улице. В воскресенье любители хоккея узнают всех участников плей-офф чемпионата. В континентальной хоккейной лиге будут сыграны последние матчи. Казанских ценителей игры интересует всего 1 из 11 поединков. В 3 часа дня по московскому времени Акбарс выйдет на лед в Ханты-Мансийске. Несмотря на географическое расстояние в 1000 километров, команды соседствуют в турнирной таблице дивизиона Харламова. В этом сезоне клубы встречались 2 раза. От этих матчей у татарстанских болельщиков не самые приятные воспоминания. Обе встречи завершились поражением 2-кратных обладателей Кубка Гагарина. Близка к завершению еще одна хоккейная история. Речь идет о наказании экс-нападающего Акбарса Дмитрия Обухова. Уголовное дело в отношении хоккеиста прекращено. Следствие сняло все обвинения. Однако скандальный спортсмен может быть привлечен к административной ответственности по мелкому нарушению. Скорее всего, на Дмитрия Обухова наложат штраф за то, что он временно забрал чужой телефон. Волонтеров для универсиады собирают по всему миру. К февралю этого года зарегистрировано уже больше 9000 желающих из 40 стран. Но все же основную часть помощников составят татарстанские студенты и школьники. Почти 500 вузов и 25 СУЗов уже активно участвуют в подготовке. Но попасть в число волонтеров универсиады смогут не все. Отбор будет строгим, проведут молодежные встречи, Всероссийский студенческий форум, а в марте запланированы рекрутинговые кампании. Ежегодно по 100 человек в день будут проходить собеседование лично или через Skype. Позже начнется и онлайн-обучение. Мы очень плотно занимаемся подготовкой волонтеров. Мы здесь находимся тоже в таком
бурном развитии. Мы уже более чем 2 лет работаем в этом направлении. У нас достаточно серьезная уже база из молодых и не очень молодых людей, которые уже работают на тех же тестовых мероприятиях. И вообще, в принципе, на мероприятиях, которые проводятся не только в городе Казани, но и в республике, и в целом в стране.